уже давно немало сказано. Мы сегодня уже находимся в доме Высоцкого на Таганке. Здесь мы падали в небо, как здорово здесь. Я давно так здесь не был. Воочию встреча со зрителями, наверное, это самое важное, что есть в профессии артиста. Вот теперь и не пришедших нет. Настоящее день рождения. Кто хочет совсем попасть в кадр Шансон ТВ, это тоже для вас. Пол жизни в пути. Вся жизнь — это сплошная дорога. Жизнь моя хайвей. И не взглянуть назад. Лежа в этой тишине, я все время говорю: Наташа, а че же мы в Узбекистан не поехали? Тихий океан, батя капитан. Нужно написать песню про честного мента. Будем жить, старина, пока в жизни есть вера и слово, друг. Сопку перелетаешь и идешь на 10-20 метрах над землей, чтобы тебя с этой штуки не пальнули. Волшебные замки и синие птицы тебе до утра в эту ночь будут сниться. Не хотел перестараться с патриотикой. И я снова делаю шаг. Я поднимаю свой флаг. Они наверняка хотят песен про любовь, вот, как и все нормальные женщины. А я им тут жизненную правду. Верю на небе в звезду твою, когда грусть в душе великая. Чем дольше живем, чем старше становимся, тем больше мы принадлежим событиям. Люди думают о хорошем, и таких песен хочется. И пока есть с тобой мы все же, и они пусть не кончатся, и они пусть не кончатся.